доме Хабибуллиных последние два года музыка звучит почти всегда, но не из любви к сонатам и симфониям, а из-за частной музыкальной школы, которая находится аккурат под их квартирой. Начиналось все хорошо, вспоминает Регина. И даже пришли к нам сюда домой, попросились к нам зайти, вот эта владелица музыкальной школы, еще кто-то с ней был. Они попросили в 11 вечера сюда зайти, проверить шум. И я подумала, какие серьезные люди. И думаю, да пусть работают, но жалко что ли. Но как только школа открылась официально, шум не заставил себя долго ждать. Мы приходим домой с мужем вечером и хотим отдыхать, как нормальные люди. А у них частная школа, они до 9 вечера вот так вот работают. У них вообще основная работа вечером. Вечером они работают, они частная школа, и еще они в основном работают в выходные и в праздники. То есть мы все выходные праздники мы учимся. Нелегко домочадцам приходится и в будние дни, особенно детям. Одних не уложить на дневной сон, другие не могут приступить к домашнему заданию. Да, там очень громко играют барабаны, еще саксофон играет, пианино. Да и не только мне мешает, еще младшего брата, когда усыпляем. В самой музыкальной школе сообщили, что во всех кабинетах где-то полностью, а где-то частично сделали звукоизоляцию. Шумоизоляционные материалы идут по потолку, по всем кабинетам, и мы это сделали с самого начала, перед открытием. И есть кабинет, который под соседями, он полностью шумоизолирован. На звукоизоляцию только одного кабинета ушло 800 тысяч, делится Ирина. При этом она не исключает, что шум все же может проникать в квартиры соседей. Но опять песню не разобрать, я не могу вам ответить, сколько это будет децибел. Это нужна экспертиза. Ну вот слышно же все-таки? Но ее будет слышно. Это в любом случае музыка. Ее будет слышно, она будет проходить через стены, через разные, скажем так, углы и все остальное. Мы максимально, сколько смогли, закрыли. Ирина также добавила, что готова была провести экспертизу уровня шума за свой счет, но прийти к одному знаменателю с соседями так и не удалось. С юридической точки зрения размещение музыкальной школы в доме не запрещено. В данной ситуации нужно понимать, что прямого законодательного запрета на размещение музыкальной школы, который является организацией дополнительного образования, нет. То есть размещаться эта организация в жилом доме может. Но если жильцы все же страдают от шума, необходимо обратиться в Роспотребнадзор, добавил юрист Максим Меньшиков. Именно этот орган должен провести необходимые замеры и установить, есть ли нарушение предельно допустимых значений уровней шума. Ильсия Армухидинова, Рустам Лукманов. Вся Уфа.